Не стоит думать, что это кликбейт. Вовсе нет. Это реальное положение дел, которое многие игроки наблюдают со смехом, а многие наблюдают с болью. В чем суть? Я не буду ничего утверждать, просто потому что вы и так все сами поймете. Я лишь задам несколько конкретных вопросов, на которые многие люди давно хотят получить конкретные ответы. Так вот, господа улиточки, где Enlisted? Чего? Это такая игра, на которую пару лет назад собрали денежки, денежки собрали, а игры до сих пор нет. Может, она есть, а ты просто не в курсе? Ну так давайте проследуем в ее официальную группу ВКонтакте. Может, там новости какие-то существуют? Поздравления с 9 мая. Мутный пост от 2 мая и поздравления с Новым годом, которому на минуточку уже 10 месяцев. Как-то мало новостей для игры, которая находится в бурной стадии разработки. И почему пост от 2 мая мутный? Поясняю. Сей пост не более чем мутные скриншотики, которые любой школьник может состряпать в фотошопе за 2 минуты. Как-то это, знаете ли, все странно, что ли? Если вы думаете, что группой ВКонтакте никто не занимается, спешу вас уверить и доказать, что и на официальном сайте все те же жалкие 3 новости за год. Что же делать? Может нас обманули? Может нас наебали? Вопрос хороший. Если посмотреть глобально, кому нужен такой шутанчик в 2019 году? Даже можно сказать в 2020-м, 20-е годы 21 века. Кто захочет играть в игру начала века, что технически, что визуально? Очень странно, знаете ли. Но есть еще один маленький моментик. Что будет с моими деньгами, если игра не выйдет? Ваши средства будут возвращены. Но мы уверены, что такого не произойдет. Это они про игру или про то, что идете вы нахуй? Так вот, где деньги, улитки?